Когда вы в последний раз признавались себе, что жизнь прекрасна и удивительна? Наверняка давно. Порой мы так увлечены своими заботами и делами, что не можем остановиться, посмотреть вокруг и насладиться тем, что нас окружает. Меня зовут Жанна, у меня есть лучшая подруга. Мы постараемся объединить все то, что может сделать нас чуточку счастливее и свободнее. Мы поговорим о том, что волнует каждого из нас, спросим советы у специалистов, побываем в интересных местах, ну и, конечно, поговорим с интересными людьми. Одним словом, мы постараемся создать хорошее настроение и зарядиться позитивом. Привет, моя дорогая, ты куда это такая нарядная? На Волгу ковер чистить. А ты знаешь, что ты еще хуже этим сделаешь? Я тебе рекомендую обратиться к профессионалам в химчистку ковров в Чистюле. Расскажите, пожалуйста, как происходит весь процесс волшебства чистки ковров? На первом этапе происходит сухая чистка ковра. Мы его убиваем от пыли, грязи и ворса домашних животных. Видала? Это тебе не с выбивалком турника стоять. На втором этапе происходит влажная чистка. При помощи специализированного оборудования, химических антиаллергенных средств, не влияющих на цвет изделия. На следующем этапе происходит отжим в центрофуге. Затем идет сушка и завершающий этап поднятия ворса, расчесывание и упаковка. Специалисты рекомендуют делать сухую уборку ежедневно, влажную уборку в домашних условиях один раз в месяц, а профессиональную чистку ковра 1-2 раза в год. Все-таки решила обратиться к профессионалам и правильно сделала. Я смотрю, ты и доставку заказала. Молодец. Привет, моя дорогая. Спасибо, что согласилась помочь мне с выбором. Знаешь что, каникулы каникулами, а к учебному году готовиться надо. Знакомься, мои племянники. Привет! На вопрос, куда идти, когда приходит время собирать ребенка в школу, я тебе отвечу так. В сети магазинов «Вещевая ярмарка» есть все, чтобы одеть ребенка в школу. Причем как для первоклашки, так и для старшеклассника. Ох ты моя зайка! Здорово! Тебе самой нравится? Подожди, здесь еще смотри, какие блузочки. Нравится? Вот такую, да? Еще юбку. Боже мой, вы сразили меня на повал. Стой, не хватает одной детали. Ну-ка, давай-ка. И ты у меня будешь самый крутой на линейке. Смотри, я какой для Сони рюкзачок подобрала, да? Не мимишка? Ты моя зайка, уже переоделась. Ну, по-моему, здорово. Смотри, какой рюкзачок. Ты уже и себе взяла. А может, и этот все-таки? Удает. Самостоятельный. Ну все, школьную форму купили, спортивные костюмы купили, обувь купили, рюкзаки взяли. Мы к школе готовы!